есть для определенности байс, будем считать стандартным, вот есть множество z степени. В нем есть множество, которое вместе с любым своим вектором содержит минус этот вектор, а вместе с еще одним содержит и сумму. Да? То есть это по группу по сложению векторов. Я сейчас докажу, что можно таким образом заменить базис в z степени взаимнооднозначно, то есть выполнить преобразование примерно такого типа. Или, может быть, несколько преобразований. Но так, что будет взаимнооднозначно. Что условие будет выглядеть вот таким же образом. То есть оно запишется, что либо там какая-то координата нулевая, одна или несколько координат. И там, где не нулевая, что она должна на что-то делиться. Ну, может быть, там, одна координата на свое делится, другая еще на свое. Вот. Как это делать? В высшей степени просто. Смотрите, рассмотрим такую бесконечную вниз таблицу, в которой будет n столбцов по количеству координат здесь, и выписаны все ненулевые векторы. Ну, если там их нет, то... То есть на нет и сюда нет, тогда мы просто говорим, что у нас одна точка, только вот начало координаты, ничего другого нет. А если есть не нулевые векторы, то мы их все выпишем. Один, другой, третий. Это множество счетно, поэтому можно представить себе. В общем, не важно, просто представляете себе все векторы. Отлично. И дальше будем действовать ровно так, как когда-то доказывали существование наибольшего общего делителя. А именно. Вот представьте себе, у нас есть первый столбец. Тут есть какие-то числа. Если есть вектор, и если есть другой вектор, то их сумма и их разность, если не нулевая, и сумма тоже, если не нулевая, должны быть здесь написаны. Поэтому вместе с любыми числами здесь обязательно будет... Кстати, чтобы проще было, давайте все нули тоже напишем, тогда и ноль будет обязательно. Вот вместе с любыми двумя числами в этом столбце встретятся и их сумма, и их разность. Отлично. Как всегда положено, когда работаешь с алгоритмом Евклида, рассмотрим наименьшее положительное число, которое в этом столбце есть. И докажем, что все на него делятся. Ну, в самом деле, вот если у нас есть некоторое число, k, и какое-то там другое число, a, представьте себе, что k наименьшее натуральное число в этом столбце. Разделите l на k с остатком. Тогда получится, что l – это k с каким-то там частным и остатком, где остаток меньше, чем k. Ну, вот если здесь больше нуля, остаток, то в таком случае просто из числа L Q раз вычтите, ну, то есть вот это такой вектор Q раз, и у нас получится меньшее число, а его не должно быть. Итак, все числа этого столбца делятся на K. Отлично. Что мы дальше делаем? Очень просто. Мы обращаем пристальное внимание на эту строчку и из всех других строк с нужными коэффициентами ее вычитаем, чтобы здесь получились бы нули. Мы уже доказали, что эти все должны делиться. От этого у нас, по сути, ничего не изменится. Эти векторы как задавали интересующие нас под решетку z степени, так и задают. Потому что этот вектор мы никуда не деваем, а из всех остальных вычитаем его с каким-то коэффициентом. Но мы сделали уже большое дело. В этом столбце все числа оказались нулями, кроме одного этого числа. Замечательно. Теперь давайте подумаем вот на какую тему. А
в этой всей таблице, вот здесь вот уже нули, а среди оставшегося, есть ли у нас какое-нибудь число, которое не делится на k? Ну, для начала, в этой строчке, может быть число, которое на k не делится? Ну, в принципе, может. Тогда мы можем делать следующую операцию. Вот, представьте себе, что у нас теперь вот это вот замечательное число f, которое не делится на k, оказалось вот здесь. Число l оказалось здесь. Я заменю координаты. Вот в z в степени n я сделаю замену координат, чтобы из вот этой координаты нужное количество раз вычлось это. То есть, смотрите, я первую координату не меняю, а ну, какую-то, не знаю, какую-то по номеру меняю на нее минус q первой координаты. И в таком случае здесь у нас опять появится число f, а значит в таблице появилось меньшее число. Перенумеровывая координаты и сдвигая, я это самое число f сумею поставить сюда и запущу заново процесс. Поскольку натуральные числа при уменьшении не могут уменьшаться бесконечно долго, то это рано или поздно закончится. Да? Итак, я таким способом могу рано или поздно добиться, чтобы и здесь все числа делились на k. Делая вот такие вот замены координат, я в результате сумею и в строчке вот в этой сделать все числа, делящиеся на k, не делящиеся, а нулями просто. Посчитаю, нужно несколько замен координат сделаю, чтобы они все стали нулями. Отлично. А пусть все равно в каком-то месте есть у нас число, которое не делится на k. Ну, вы уже все понимаете. Тогда эту строчку надо прибавить сюда. И после этого запустить наш процесс, и опять появится число, которое меньше. Рано или поздно мы добьемся, что все числа таблицы делятся на k. И при этом в столбце нули, в строчке нули. Ну вот и все. Теперь надо это поднять в самый верх таблицы. Все числа в таблице, повторяю, делятся на k. И сказать, что у нас есть вот такой замечательный вектор k умножить на единица с всеми нулями. Такой образующий вектор под решеткой. А у всех остальных первая координата 0. Все понятно? И размерность на единицу уменьшилась. Соответственно, можно считать, что теорема там верна. И у нас все получается. Вот таким образом, даже вот самое первое такое знакомство с решетками дает нам замечательный факт. Основную теорему Бобровых.